А потом три, а потом уходим. Мы постеснялись, да? Нет, в принципе, нормально, я думаю. Да, жди. Народ он добавится. Должно мне уведомление прийти. Только сейчас. Скидка 100%. Толпа пришла, мучитесь. Они тебя зовут? Да. А вы когда... За скидку. Уже присоединяется. Да, ты своим делом занимаешься, смотришь. Вот у меня, видишь, здесь пес. Круто. Кристина, твоя подруга, видимо. Всем привет! Сегодня мы находимся в торговом центре «Арена». Бутик номер 12 находится на втором этаже. Сегодня мы будем с вами смотреть детские вещи и оценивать их качество. То есть, как легко и удобно можно будет посмотреть вещи, не выходя из дома, и оценить все. Это реклама. Так. Вашему вниманию представляется вот такая вот небольшая рекламка данного магазина. Что мы здесь можем увидеть? Одежда от 80 до 52 размера. Верхняя, теплые костюмы, водолазки. Также вы можете найти платья, свитера и теплые лосины. И все это для детей. Так, давайте приступим, собственно, к осмотру. Вашему вниманию представлены вот такие вот флисовые костюмчики. Флис у нас сейчас находится в достаточно большом тренде. То есть теплая, легкая ткань, швы абсолютно все ровненькие, то есть все прекрасно. Что я еще могу заметить? То есть для детей, особенно в такой сезон времени, это вообще очень отличный вариант. Ростовки и цветовые гаммы есть абсолютно разные. Если этот вариант был маленького размера, то мы можем найти чуть потемнее и чуть побольше. То есть на любой возраст для вашего ребенка. А так как у нас в ближайшем будущем, в преддверии уже находится Новый год, то есть вы можете и подобрать подарок своему сыну, дочке, сестре, брату, племяннику. В общем, неважно. Что я могу сказать? Действительно, качество очень хорошее. Вот, пожалуйста, швы абсолютно ровные везде. Нигде никаких ниточек. Замочки, то есть все отлично работают. Прям прекрасно. Так, есть также вот такие вот отдельные кофточки. То есть очень удобно. Это уже, наверное, ростовочка на ребенка на лет 8 примерно. Даже элементарно ходить на физкультуру, я считаю, что очень удобно, прекрасно. Так. Так, что еще могу показать? Смотрите, вот такой вот прекрасный детский костюмчик. Республика Кыргызстан. Ткань напоминает что-то вроде лапши, но такого качества более хэбэшного. То есть для ребенка это самое то, я считаю. То есть и легко постирать, и для ребенка на коже нигде ничего не мешает, нигде ничего дискомфорта никакого не доставляет. Того же самого производства мы можем вам представить вот такие вот детские платьюшка. То есть здесь что-то вроде фатина. И также верхняя часть состоит из хэбэшной ткани. Платьишки такого фасона есть абсолютно разные и разные расцветки. Но вот это, на мой взгляд, верх более мягче, чем предыдущие варианты. То есть, чтобы ребенку не доставляло, допустим, фатин никакого дискомфорта, подклад у него идет вот из такой же мягкой ткани, что и находится наверху.
Впереди нас ждут новогодние фотосессии семейные. Я думаю, кожаные брючки будут отличным дополнением. Смотрите, это то есть 36 размер, примерно, наверное, на ребенка лет 10, да, девочки. К этому образу прекрасно подойдет вот такой вот лонгслив. То есть и как можно подобрать брючки из лонгслив для мальчика, так и для девочки. То есть все на ваш выбор. Качество абсолютно хорошее. Давайте сейчас посмотрим. Кожаные изделия не всегда бывают качественные. И швы иногда где-то расходятся, все мы с вами знаем. Давайте я вам прямо сейчас покажу. То есть швы абсолютно ровные. Пожалуйста. То есть все прекрасно. Еще раз повторяю, мы находимся в магазине «Новые детские товары» в торговом центре «Арена», который находится на втором этаже в 12-м бутике. Так, что еще можно было бы вам показать, чтобы вам было интересно? Есть вот такие вот тоже классные рубашки, то есть прекрасные, с легким капюшоном, если он вам требуется. То есть самый простой фасон, самый простой пошив, все, что будет удобно для ребенка. Также есть вот такой вот вариант, более теплый, более такой потолще и уже без капюшончика, другой расцветки. Отлично выглядит, я считаю. Всегда при покупке любых вещей, пожалуйста, обращайте внимание на швы. Вот сейчас, смотря любой товар, я смотрю на швы, потому что качество – это прежде всего шов и сама ткань. Так. А также скоро нас ждут новогодние праздники, к Рождеству, Новый год. Я уже говорила про фотосессии. Что я могу вам предложить? Смотрите. Есть вот такие вот прекрасные пижамки, которые ребенок может одеть не только дома, да, то есть поспать, но и одеть на новогоднюю фотосессию вместе с родителями, может быть, вместе со своими друзьями из детского сада. То есть я думаю, это вообще прекрасно. Есть абсолютно разные, то есть также фасоны, разные ткани. Цены вполне приемлемые. Кстати, про цены. Вот, допустим, 1400 вот такой вот костюмчик, я считаю, что это вполне прям цены соответствуют товару. Уже варианты на детей поменьше, то есть вот такой вот новогодний вариант на мальчика, на девочку, как вам удобно. 1350 цены, я вам говорю, просто если вы хотите приобрести ребенку какой-то подарок или просто же купить что-то, какую-то обновку в связи с тем, что скоро Новый год и случаются чудеса, хочется как-то поддерживать настроение, то есть я считаю, что это прекрасный выбор. Есть вот такие варианты на девочек. То есть расцветка тоже такая миленькая для девочек. В принципе, вообще хорошо. То есть мишки, зайчики, все в детской тематике. Также, кроме детских фотосессий, детских праздников, давайте вспомним про утренники. Скоро все станут звездочками, зайчиками, и уже нужно, и уже, вот видите, кто-то уже пишет, что кто-то пойдет дочкам покупать. Классно, это просто супер. Смотрите, вот такие вот накидки, то есть скоро, уже совсем скоро, начнутся детские утренники. Я считаю, что это вполне. То есть вариант, вот такая вот накидочка, какое-нибудь легкое, беленькое платьишко, корона, и ребенок вполне готов стать звездой.
Расцветки также есть разные. Вполне подойдет для звездочета, еще для кого-то. То есть, ну, классные реально накидочки. А также есть детские платьишки. Если вы не знаете, как сделать вам костюм своему. Так, цена. А именно про какой товар вы спрашиваете цену? Так, если вы говорите про накидочки, то цена у них идет 350 рублей. 350 рублей вот такая вот накидочка. То есть, еще раз покажу. Они есть разных расцветок. Мы находимся в ТЦ «Арена», 12-й бутик, 2-й этаж. Магазин работает до 20:00. То есть вы в любое время можете после работы также подъехать в этот торговый центр и приобрести все, что вам будет нужно. Пожалуйста. То есть вот такие вот расцветки. Я считаю, ну идеально просто, правда. Чтобы даже не заморачиваться, допустим, с покупкой нового платья, можно просто приобрести накидку. Если ваше платьишко уже ребенку надоело, да и вам тоже, можно присмотреть что-то новенькое. Вот такое вот прекрасное просто. Вот что мне лично самой нравится, я как девочка все-таки прежде всего, которая носит платье, фатин. Это очень колючая ткань, то есть для ребенка тем более. Ой, ну тогда вам больше подойдет, наверное, вот такое еще платье, если вы хотите, как у Эльзы. То есть вот, смотрите, прекрасное просто. Классное белое платьишко. Вам останется купить корону, и я считаю, вообще просто супер. Есть также вот такие вот варианты совсем ярких платьишек. Прям, ну, если как у Эльзы не получается найти, то есть вы можете выбрать на выбор. Есть беленькое, есть синенькое платьишко. То есть все, что вы захотите. До Нового года, возможно, ваш ребенок уже и передумает быть Эльзой и захочет стать, не знаю, к примеру, вот единорогом. К этому костюмчику идет вот такой вот, получается, аксессуар, ободочек, который подсвечивается. Вот, посмотрите, как прекрасно сияет. Просто я сама в восторге. А ребенок ваш будет просто счастлив. Так, пожалуйста. И палочка, которая тоже светится. Сейчас, секундочку. Ага. Так, сейчас, секунду. Вот, пожалуйста. То есть ребенок действительно будет в восторге. Так, сейчас, секундочку. Я вам еще покажу костюмчик на Новый год. Это у нас еще не все. Костюмчики вот такие вот прекрасные, Леди Баг. Вот это правда, наверное, любовь всех детей, которые уже пересмотрели данный мультик уже, наверное, на 100 раз, родители меня поймут. То есть прекрасный костюмчик. Есть также маска. То есть, ну, грубо говоря, это просто вообще супер. Ткань, я могу вам сказать, очень приятная. И даже сейчас скажу цену. Цена у него... Так, а цена у него сколько? Ну, ткань, правда, 1050 рублей. То есть вот такой костюмчик. Еще тут что-то вроде сумочки, то есть для аксессуара. Я считаю, что это вполне приемлемо. Размер идет 38, но если нужно, вам подберут, мне кажется, и поменьше, и побольше, плюс-минус 2 размера. То есть успевайте за покупками. Так, смотрите, есть вот такой вот прекрасный наборчик, так скажем, дополнение к набору. Зеленая юбочка, которая подойдет ребенку не только, как, допустим, для костюма елки, но и для костюма лягушки, например, на Новый год. То есть я считаю, что это вполне. Ткань также идет, подклад из мягенькой ткани, вот такая вот что-то вроде шелка, которая никакого дискомфорта вашему ребенку приносить не будет. Пожалуйста. Так,
есть вот такие вот, кто-то говорил про платье Эльзы, посмотрите. Просто шикарнейшее, пышнейшее платье, которое вы можете своему ребенку как-то дополнить, не знаю, купить корону, еще что-то. И просто для ребенка образ Эльзы просто готов. Цена этому платью всего лишь 1990. Но давайте смотреть правде в глаза. Это действительно, то есть большой объем ткани, которая затрачена на платье. То есть ребенок будет выглядеть просто сногсшибательно. Также есть для костюма, допустим, какой-нибудь принцессы. Смотрите, как прекрасно. Наполнение фатина внутри вот здесь, оно придает объем платью. Такие прекрасные рукава фонариком, где резиночки не будут стягивать ручки ребенку. Смотрите, тоже из-за большой, как бы, из-за большого объема использования ткани, фатина, цена у него будет 1990, но я считаю, что из такой прекрасной ткани, то есть ребенку, это же вы можете купить не только на Новый год, но и на любое другое мероприятие, день рождения, утренник в садике, то есть прекрасный вариант. Также хочу вам показать, есть совсем, то есть простой вариант платьица. Ну, это как бы не платье, а более такой набор. Смотрите, это идет юбочка вот такого вот черного цвета. Я как любитель черного просто не могу устоять. Смотрите, это вот такая вот юбка для костюма ведьмочки на Новый год. Это просто супер. И вот такая вот футболочка. Цена этому товару 1780 рублей. Что я могу сказать? То есть вы можете дополнить какой-нибудь накидкой, черной шляпой, палкой с какой-нибудь светящейся со звездой образ своему ребенку. И то есть, ну, не всем же быть принцессами, правильно? То есть я считаю, что это отличный выбор. Также из новогодней коллекции могу вам представить вот такое вот платье. Кто-то говорил про платье Эльзы. Я, к сожалению, до него не дошла еще к тому времени. Вот, пожалуйста. То есть, смотрите, снежинки. Голубое, как вы и просили. Просто суперский вариант. Цена этому платью составит всего 1150 рублей. Но я считаю, что это прям реально классный выбор. Подклад также состоит из хлопчатобумажной ткани. Мне вот здесь подсказывают, спасибо. За незнанием, к сожалению, состава ткани приходится прибегать к советам профессионала. То есть, ну, вот лично, по моему мнению, то есть это прекрасный товар. Также есть вот такой вот выбор. Голубенькое платьишко, совсем легенькое, да, такое простенькое, максимально. Вот так издалека покажу. То есть, пожалуйста. Есть другая расцветка, более нежная, 1050 рублей цена этому товару. Я считаю, что вполне прям классно. Пишите, пожалуйста, свои мнения, комментарии, как вам вообще товары, может быть, что-то приглянулось для своего близкого маленького человека. Также есть еще из пышных, смотрите, вот такое вот волшебное платьишко. Получается 1350, тоже у него цена, 30 размер. Вы можете приобрести, еще раз скажу, в торговом центре Арена на втором этаже в 12 бутике. Есть вот такое вот прям, ну это прям платье для снежинки, лично по моему мнению. Прям классное. Цена тоже у него приемлемая. 1350, кажется, да, то есть вообще прям, посмотрите, ну приятно увидеть своего ребенка, какого-то другого, ну просто приятно видеть данный товар, то есть вообще даже просто без человека,
прекрасно смотрится. Также есть теплые свитерочки. Сейчас я вам покажу. Так, смотрите, что я еще нашла. О, да, спасибо вам большое. Платье, да, для настоящих принцесс. Смотрите, а также есть, смотрите, вот такие вот костюмчики для зайчиков. Давайте ему ухо немножко подправим. Посмотрите, какие прекрасные. Идет вот такая вот шапочка. Так. Два одинаковых платья. А какого именно цвета и фасона вы хотели из перечисленных? Пожалуйста, напишите, а я сразу уточню. То есть могли бы вы приобрести сразу две штучки данного товара. Есть вот такие прекрасные костюмы для зайчиков. Показываю. Получается, здесь идет жилеточка, шортики и вот такая вот шапочка, уже показанная на манекене, чтобы вам было удобнее посмотреть. Цена данному товару. Так, сейчас, секундочку. ₽1050. А белая, пышная внизу. А сейчас, секундочку, я вам покажу данный товар, чтобы вы убедились, что это действительно то. Смотрите, есть вот такой вариант белого платьишка. Пожалуйста. Белая. Пожалуйста, вот такие вот варианты. Вот такое белое платьишко. Пожалуйста. С розовым верхом. Пожалуйста, есть вот такое платьишко. Совсем белое, пышное внизу. Здесь вот такая вот коричнево-золотистого цвета вышивка. То есть классная. Какое все-таки вы хотели бы приобрести? Пожалуйста. Так, вы напишите, а я уже точно уточню. Оно, а напишите, какой вариант, с розовым верхом или где коричневая вышивка идет золотая. Есть белый со звездочками, какой именно, пожалуйста, уточните. Есть вот такие вот прекрасные свитерочки. ₽1390 в них цена, разная расцветка. Ткань всем нам знакомая, просто можно посмотреть, увидеть. Коричнево-золотистым цветом. А с коричнево-золотистым цветом есть еще одно платье? Да. Да, вы спокойно можете приобрести для своих прекрасных принцесс-племяшек целых два таких замечательных платья. С размером вы можете уточнить, уже придя в данный магазин. Мы находимся в торговом центре «Арена» на втором этаже, бутик номер 12. Смотрите, вот такие вот свитерочки. Прекрасная, мягкая ткань. То есть зимние каникулы, зимний отдых, санки. Вы едете куда-то отдыхать на какую-нибудь туристическую базу, кататься, пить у костра чай, жарить шашлыки. То есть прекрасный вариант, если вы хотите красиво и тепло одеть ребенка. Почему бы и нет? Есть вот такой вот вариант. Смотрите, платьюшки тоже тепленькие, цена у них 1890, я считаю, не жалко отдать такую небольшую сумму за теплое платье для ребенка. К тому же вот такое красивое. Смотрите, золотые пуговички, то есть прекрасно для девочки, просто самое то. Все мы девочки немножко сороки, любим, чтобы мерцало, блестело. Мне вот подсказывают, это идет гусиная лапка, она сейчас находится в моде, то есть пользуется популярностью. Есть вот такая вот к ней юбочка, тоже тепленькая, швы просто замечательные, то есть здесь идет резиночка, вот здесь получается, вот здесь идет резиночка, которая, то есть никак не будет приносить дискомфорт вашему ребенку. Просто.
Отличный вариант. Есть расцветочки разные, есть черная, есть розовенькая, кто что больше любит. Как бы вот такие вот прекрасные. Ну вот, вот это прям для девочки-девочки, для принцесски, для вашей любимой дочки, сестренки. Вы можете приобрести, еще раз повторюсь, в торговом центре «Арена» на втором этаже, бутик номер 12. Из теплых товаров еще я бы вам хотела показать. Это зимние штанишки, которые пришли к нам совершенно недавно. Они идут, получается, отдельно. Но вы также можете приобрести к этому варианту и как бы курточку. То есть все на ваш выбор. Сейчас, секундочку. Смотрите, есть вот такие вот, если простым языком говорить, ватники, но смотрите, в чем плюс данного товара? Они не тяжелые, не толстые, они легенькие, но при этом теплые. То есть у них нет никакого вот этого вот гигантского, огромного наполнителя, который будет мешать. Ребенок вам не скажет, мне неудобно. То есть, смотрите, фасон, то есть совершенно удобный. Здесь ничего вам не стягивает, не мешает. Здесь есть подтяжки, которые тоже тянутся на резиночки, то есть вот свободно. Если нужно, вы взяли и отстегнули. То есть, как вам удобно. Пожалуйста, вот такой вот вариант. Кто-то еще даже не покупал совсем зимние вещи, хотя с нашей погодой уже давно пора. Допустим, к вот таким штанишкам отлично подойдут вот такая вот курточка. Смотрите, черненькая, для мальчика, для девочки. На ваш выбор. Да, то есть, ну, это все зависит от вашего роста, конечно. Кому-то вместе с ребенком штанишки не позволят такой размер носить. Смотрите, то есть теплая. Хочу вам показать, что внутри здесь идет, получается, ткань вот такая белая. Это, конечно, вариант из таких, но то есть подклад белый, но вот эти вот воротнички, которые находятся на рукавах, они черные, то есть пачкаться ничего не будет. Если, конечно, ребенок как-нибудь не умудрится запачкаться внутри. То есть, смотрите, просто прекрасный вариант. Сейчас еще покажу разные варианты курточек, чтобы вы могли увидеть. Смотрите, есть вот такой вот вариант. Ну, это прям для девочки. Такой сияющий, беленький, с таким перламутровым оттенком. Пух, капюшончик. Также капюшон застегивается на заклепке, пожалуйста. То есть все, все для вас, пожалуйста. Угу. Так, также есть уже полный набор, получается, лыжного костюма для детей. Смотрите, русское производство. Смотрите, какой подклад у, получается, внутренняя сторона у капюшона. Мягкая, почти флисовая ткань. Могу вам как бы показать. Смотрите, то есть данный костюм состоит, получается, из вот такого мягкого подклада, что в принципе позволяет ребенку не так быстро замерзать, потому что вот такая ткань, она очень быстро замерзает, если у нас вот здесь вот она находится. То есть без шарфочка можно свободно одеть вот такой вот костюмчик, и то есть я думаю, это будет прекрасно вам подходить. Также есть варианты на детей чуть меньше. Так, про цены забыла вам сказать. Смотрите, ну вот данный костюмчик, зимний комбинезон на мальчика, ну или девочку по вашему вкусу, то есть как, в какой расцветке вы одеваете ребенка, 4799, то есть 5000, грубо говоря, стоит вот такой костюмчик. То есть я считаю, это удобно. Смотрите, вот так вот он здесь на ремешке. Вот такой вот тоже тянется, он нигде вам ничем не мешает. Здесь расстегивается, то есть к нему идут варежки с флисовой, также с флисовой подкладкой. Прекрасный выбор, я считаю. Еще раз вам хочу сказать, мы находимся сегодня в «Арене»
на втором этаже в бутике номер 12. Так, новый детский магазин. Сейчас, секундочку. Смотрите, есть вот такие вот наборчики шапок, прям для девочек. Есть такой цвет более насыщенный, розовый. Также есть чуть-чуть побледнее с прекрасной надписью «Барби». К нему идет, получается, в комплекте шар снуд, который вы можете просто как бы вот так вот на горлышко одеть, вам ничего нигде не мерзнет, не дует. Шапочка идет с ушками, что тоже является плюсом для детей. Ну и в принципе расцветка меня очень располагает, хотя я розовый как бы не очень сильно люблю, но вот именно этот оттенок, он такой немножко бледный, но смотрится очень красиво. Так, так, цвет пудры, 1750 рублей цена данной шапочки. Смотрите, какие милые ушки вы можете наблюдать. То есть, пожалуйста, вот такой вариант. Есть вот такие варианты для детей, которые стягивают шапки постоянно. То есть, вот такой вот толстый материал розового цвета с помпончиком. Помпончик приятный на ощупь. Кстати, хочу вам сказать, натуральный, да? Натуральный мне подсказывает это помпон. И цена этому изделию всего 1400 рублей. Отлично просто. Есть вот такие вот милые шапочки в виде мишек, посмотрите. То есть, да, это прям вообще классный вариант. Я думаю, что я, наверное, своей сестренке приобрету сегодня вот такую вот шапочку. Смотрите, да, белая, да, марается, но красиво. Стоит все-таки, наверное, приобрести, смотрите. 1790 рублей. Здесь идет также снуд. Пожалуйста, вот на горлышко. Все удобно, все хорошо. Так, сейчас, секундочку. Да, будет голову греть со всех сторон. Правильно вы подмечаете, Владислав. Так. Да, вот это с ушками прям, еще что хочу сказать, ушки меховые, они идут не тканевые, не вязаные, это идет мех. Так, шапочки для мальчиков, вот допустим, на нашу зиму прекрасно подходящие, вот такие вот, смотрите, вот такие варианты. То есть расцветка подойдет к абсолютно любому, здравствуйте, пуховичку. То есть все удобненькое, смотрите. Вот уже пришли мерить, собственно, сейчас покупатели, не буду их показывать, чтобы не стеснялись. Пришли уже мерить платьишки на Новый год. То есть, может быть, это кто-то и от меня уже так быстро прибежал. Смотрите, есть вот такой вот вариант. Тоже шапочка с ушками, абсолютно удобно. Так. Здесь тоже есть вязочки вот такие вот, пожалуйста, пожалуйста. То есть вот такой вот милый мишка. Цветовые оттенки есть абсолютно разные, то есть на ваш цвет и вкус. Совсем для маленьких детишек могу предложить вот такие вот шапочки. Сейчас, секундочку. Вот такой вот вариант. Помпончик тоже прекрасный, мягенький. Есть вариант с помпоном поменьше, тоже синенького цвета, как предыдущая. 1350 рублей шапка. То есть вообще прекрасный. Так, пожалуйста, есть вот такой вот чуть посветлее. Тоже совсем для детишек. Просто отличный вариант. Также шапочки мы с вами уже посмотрели. Давайте перейдем к шарфикам. Что тоже немаловажно, собственно, в зимнюю стужу. Смотрите, есть вот такие вот варианты классических шарфов с снежинками для мальчика, для девочки. То есть, как вам удобно, пожалуйста. Также есть вариант вот такой вот. Мальчиков, мне кажется, это прям покорит. Это прям классный такой шарфик с машинками, что все мальчики у нас любят.
Также он идет, получается, не длинный, что как бы позволит подвязать, допустим, капюшон, но не так, чтобы шарфик болтался у него под ногами. И варианты для девочек. Вот такой вот розовенький шарфичек с принцесской, смотрите. Ну, прям вообще суперски, я считаю. Прекрасный рисунок. Также он идет, получается, с одного и с другого края. Просто бывает такое, что только на одном конце. То есть вот, пожалуйста, пожалуйста, можете посмотреть. Я считаю, что прекрасный вариант. Так, смотрите, есть вот такие вот варежки, рукавички, перчатки. Все мы их называем по-разному. Есть совсем вот такой вот тоненький вариант, который похож что-то вроде шерсти. Вот такой вот вариант, смотрите. Который подойдет, мне кажется, любому ребенку, потому что все-таки цена всего 350 рублей. 350, пожалуйста, посмотрите. Подойдет любому ребенку. Почему? Потому что вот эти вот толстые, огромные варежки, это даже для взрослых не совсем удобно. Я вот в свои года до сих пор к этому не привыкла. Но для любителей потолще, потеплее, есть вот такой вот вариант. Они прям теплые такие варежки с таким прекрасным динозавром. Дети обожают. Водонепроницаемые, да, они идут? То есть, если играть в снежки, кататься на горках, будем утепляться в новом детском. Ой, спасибо большое, мы будем вас ждать. Так, смотрите, есть вот такие вот водонепроницаемые, получается, перчаточки. Если вы играете там, ой, извиняюсь, ваш ребенок играет где-то на горке, соответственно, снег, зима, холод, перчатки промокли, руки, естественно, быстро замерзли. А вот этот вариант прям отлично вам подойдет. То есть, я думаю, что да, это однозначно да. И вот такие вот милые перчатки, еще кто не видел, кто только-только присоединился. Мы находимся, еще раз повторюсь, в торговом центре «Арена», бутик номер 12 на втором этаже, магазин «Новый детский». Мы вас прям будем ждать. Так, что я еще могу вам показать? Есть такие вот наушники. Ну, я думаю, это уже как бы... Да, качество вещей вы можете оценить сразу, то есть я вам все рассказываю. Вот такие вот наушнички, смотрите, то есть просто наушники уже не оденешь, потому что холодно, естественно. Но сверху шапочки, допустим, какой-нибудь беленькой, вот, которую я вам показывала до этого, вот эти наушнички будут прям совсем классно смотреться, потому что дети любят все вот такое вот мягкое, вот сверкающее, отличный вариант. Сейчас я вам хочу показать еще как бы один уголочек данного магазина. Сейчас, секундочку, нам нужно будет чуть-чуть времени переместиться. Ребята, я вообще очень рада. Я вам сейчас хочу показать. Тут пришли покупатели. Милая девочка. Солнышко, иди сюда. Иди сюда. Пойдем. Пойдем. Смотрите, вот прекрасный ребенок. Как тебя зовут? Катя. Катя. Познакомьтесь все с Катенькой. Смотрите, ребенок уже примеряет детские костюмчики. То есть, пожалуйста, вы можете посмотреть уже на ребенке, то есть данный костюм. Есть вот такой вот вариант. И Катенька бы хотела у вас спросить, какое платьюшко ей все-таки приобрести. Вот это вот темно-синенькое или платьюшко вот такого вот прекрасного единорога. Посмотрите, развернись, пожалуйста.
какие прекрасные крылышки у Катеньки, посмотрите. То есть ваш ребенок будет в восторге, я думаю. Все, супер, смотрите. Подскажите нам, пожалуйста, какое все-таки платьюшко выбрать Кате? Мы ждем от вас ответа. Пока я вам покажу, ты же солнышко, пока я вам покажу остальные товары, а ты... Что, солнце? Что ты хотела сказать? А я вам пока покажу остальные товары. Сейчас, секундочку. Есть вот такие вот футболочки, смотрите. Смотрите, Катенька, подписчики пишут, что лучше брать с крылышками. Будет сиять ярче всех. Спасибо. Иди, солнышко, сюда, аккуратненько. Сейчас, секунду, подожди. Тебя слушают. Пожалуйста. Катенька стесняется, но она хочет вам передать огромное спасибо, что вы все-таки помогли сделать ей такой нелегкий выбор. В каком же платьюшке ей все-таки пойти на детское мероприятие? Смотрите, есть еще вот такие вот прекрасные футболочки. Merry Christmas. Есть вот такой вот вариант. Пожалуйста. Да, девочка, правда, забавная. Пожалуйста. Есть вот такие вот прекрасные футболочки. Пожалуйста, к Новому году. Это прям актуально сейчас. Пожалуйста, покупайте все вещи к Новому году. Подарки заранее. Потому что это всегда получается так, что мы покупаем все подарки, ну, вот прям впритык перед Новым годом. Я вам хочу показать еще два костюмчика, и, наверное, на этом мы закончим. Есть вот такие вот костюмчики на малышей, прям совсем, с флисовой подложкой такая, тепленькая. То есть цвет не темный, не светлый, и миленько смотрится. То есть я считаю, что вполне, почему бы и не приобрести. Цена этого товара составляет... Сейчас, секундочку. А цена у вот этих костюмчиков какая? Так, сейчас, секунду. А, цена 2270 рублей. То есть, ну, я считаю, вполне. Потому что костюмчики очень теплые. И есть вот такой вот комбинезон. Тоже с такой же, пожалуйста, с таким же подкладом. Смотрится прекрасно. Такой вот, на мальчик. Вполне. Есть вот такой вот вариант. Более светлого костюмчика, пожалуйста. То есть выбирать вам, я еще раз хочу напомнить, мы находимся в торговом центре «Арена», 12-й бутик на втором этаже. Я рада была вас приветствовать. Все, кто общался, заходил на данный стрим сегодня и вообще... хотя бы чуть-чуть проводил времени вместе со мной и оценивал товары, я хочу вам сказать большое спасибо. И до новых встреч. Всего доброго.